Привет! Привет! Мы на Катя Кулешева. Мы сегодня будем делать кекс. Да. Кексы кекс-пуф. Нет, сегодня мы будем делать кексы-цветочки. Да, сегодня Егор с Алисой будут украшать кексы цветочками, да? Да. Что для этого вам понадобится? Нам понадобится шоколадные монетки. Да, шоколадные монетки. Белая помадка. И мандемсы. А что вы будете украшать-то? Мы будем писать кексы. Ну, так вот еще кексы, значит, вам помочь. Да, Егор, помоги Алисе. Алиса свой будет кекс украшать, а Егор будет свой украшать. Давайте я вам Давай открою. Да, я хочу. Дай мне покажи. На. Дай мне белый свой. Держи. Нет, я хочу, дай. На. Хочу сама. Открывай сама. Так, вот так. Вот, да. Сейчас я буду брать сама. Алис, ты сама будешь делать помадку, да? Ну да. Алиса, сама будешь украшать помадкой, да? Угу. Давай я тебе отрежу, а то Егор уже... Ой, я уже открыла. Открыла? Ну давай. Егор уже, смотри, намазывает, а ты только открыла. Так, молодец. Все это убираем отсюда. Все, все, бери ложечку и тоже намазывай помадку. И будете украшать. Да? Алиса, какой цветочек будет делать? Красный. Красный? Красный посерединке, да? Как он будет называться, этот цветочек? Флаинг. Как? Флаинг. По-английски как цветок, Алиса? Флаинг. Флауэр. Нет, флаинг. Да? Нет. Флаинг. Так, Егор уже заканчивает, да, нанесение помадки, а Алиса? На белой. Да, Алиса делает еще, да? Алиса намазывает хорошо. Так, молодец. Алиса, с другой стороны, смотри, сейчас у тебя потечет. Ну все, ставь на тарелочку. Ой, я хочу подправить. Ну, подправляй. Так, убегай. Убегай. И с другой стороны, Алиса, смотри, у тебя там еще пусто. Так, с этой стороны и с другой стороны. Еще возьми чуть-чуть. Так, вот, молодец. С этой стороны у тебя не было? Вот, молодец, Алиса. Егор, помоги ей вот с той стороны, где у нее пусто. Пальчик. Ну, ничего страшного. Потом ручки помоем. Ты сейчас украсишь? Пальчик. Ну, облежи его и все. Ой, не подклеился. Он был кислый. Как это он был кислый? Сейчас я тебе дам салфеточку. Так, ну все, украсили, да? Нанесли да. Помадку, теперь... Так, теперь вот цветочек Алиса делает красненький посерединке, а Егор... Зеленый. Вот это мой любимый цвет. Так, и вот дальше вот шоколадом таким. Я сейчас это уберу, вам это не надо. И M&M's вам больше не нужен, да? Угу. Так. Алиса придерживает, правильно, ручкой придерживает. Вот, и украшает Алиса, делает цветочек такой, да? Еще. Вот, умничка, молодец. Молодец, Алиса. А сильно глубоко не надо. Так, посмотрим, какие красивые цветочки получатся у Алисы с Егором, да? Кексы, капкейки такие будут. Нет, кексы. Кекс цветочный, да, будет? Нет, кекс шоколадный цветок, да? Кексы кейк-поп. Угу. Будет кекс шоколадный цветок, да? Вот у Алисы. Алиса уже заканчивает. Да? Я не заплаиваю. Алиса, сильно далеко, сильно глубоко не надо. Глубоко сильно не надо, Алиса. Он же приклеивается к помадке. Так. Пальчик! Ну ничего страшного. На, салфеточку вытри. Так. Так, у Егора вот получился какой. Вот такой у него получился кексик. Ну, а у Алисы получился вот такой кексик, да? Ну-ка, показывайте вместе. Вот такие кексики получились. У меня вот такой. Шоколадные цветочки, да, получились? У меня понравилось классный. Вам кексики да. Делать, украшать цветочками, шоколадом, да? Угу. О, а Алиса уже себе в ротик шоколад кладет. Ай-яй-яй, Алиса, сладкоежка. Ну что, мы сейчас будем кексики кушать, а нашим друзьям говорим пока-пока, да? Пока! Подписывайтесь на наш канал в гостях у Алисы и Егора. И...
И ставьте палец вверх за наши цветочки-кексы. Да, и оставляйте комментарии. Всем пока-пока, а мы будем... Я вам дарю сердечко и цифру 3. Да, Алиса вам дарит сердечко и цифру 3. Пока-пока.